Ребята смогли не только посмотреть за спортивными сражениями на льду, но и примерить спортивный инвентарь настоящих хоккеистов. При поддержке общественного совета при УВД по городу Сочи такие профилактические мероприятия для трудных подростков проходят на постоянной основе. Встречи с подопечными вне стен отдела полиции уже традиция. В этом году для ребят была организована и прогулка по Сочи парку, и олимпийским объектам. Но на этот раз юные гости Ледового дворца Большой окунулись в атмосферу настоящего спортивного праздника. Целью данного мероприятия является то, чтобы привить детям желание заниматься спортом, стать на путь исправления и в дальнейшем стать законопослушными гражданами Российской Федерации.